Чтобы сделать пряники вот с таким эффектом инея, я использую белковую глазурь. Для этого белок одного небольшого яйца нужно взбить до образования пены. Затем постепенно добавить 5-7 столовых ложек сахарной пудры и пол чайной ложки лимонного сока. Готовая глазурь получается в консистенции как густая сметана. Наносить такую глазурь удобнее губкой. У меня вот такая губчатая художественная кисточка. Можно использовать обычную губку для мытья посуды. Вот такими легкими движениями я наношу глазурь на узорную часть пряника. Посмотрите, какой красивый пряник получается. Рисунок подчеркнут и выглядит объемным. Дайте глазури подсохнуть в течение 10 минут. Затем пряники можно убрать на хранение. До новых встреч! С любовью, ваша Надежда!